Так. Вниз, потом вверх. Или вверх, потом вниз. Doesn't matter. И тут узкие тропинки опять. И что, ради этого лома я сюда шел? Вы хотите сказать? Получается так. Ладно. Ну, залазь, залазь, дружок. Цистерну вижу, канистры не вижу. Вот и канистра нашлась вместе с ломом. Эмблему я вижу. Она только наверху, да? Да, она наверху. Ты хорошо подумал-то? Яростное убийство. А, ну вот цистерна. Еще три штуки осталось. И одна эмблема. После этой останется еще одна. Еще где-то одна эмблема. Ценный ящик. Отлично. Что, куда мы дальше-то идем? Вниз спускаемся. Где-то тут был еще путь наверх, там где тропиночка разделилась. Только найдешь этот путь наверх. А, вон цистерна, кстати говоря. Кстати говоря, а где канистра? Вот канистра. Хорошо бахнуло. Эмблема наверху, этот лом наверху, не собранный. Надо его собрать, значит. Thank you.
нас канистра. Да, и вот сейчас будет развилочка. Вот будет наверх у нас. И как же туда залезть? Интересно. И смысл тогда этого был? Здесь я уже все взорвал. Во, эмблему я, кажется, нашел. Червяков я, наверное, есть не буду. Тем более, что я сыт. Куда бежать-то? Куда бежать? Я уже заблудился, честно вам скажу. Здесь уже все облазил. Туда прыгнуть. А если я разобьюсь? Возьму канистру с собой. Пойду. Вот сюда пойду. Здесь только я уже был. Как это ни странно. Значит, где-то я еще не был. У нас миссия не заканчивается. Это еще цистерна. Спрятаны. Ну и все-таки, что это за заманушная такая подвеска здесь висит, на которую я уже запрыгивал. Может, наверху на самом деле я кого-то забыл, какой-то проход. Не заметил. Все, что ли? Нет, тут еще орет. Ну давай, придурочный. Застрелить тебя, что ли, уже? Ты там застрял за этой покрышкой. Ты застрял? Ой! Ой, как это было больно.
Надоел ты мне. По правде сказать, ты мне просто надоел. Ты здесь эту стерну видел? А, вот она. Ну и последний лом соберем. А, не дали мне последний лом собрать. Я его все равно соберу. Двух зайцев одним выстрелом. Брюхорез готов! Ура! Было у меня знамение. Где у нас брюхорез-то? Вот он, брюхорез. Поедем. Прокатимся на этой машине. Замечен, сказали. Не замечен. Замечен! А сказали, буду не замечен. И закиси нет по трамплине прыгануть. Вау! Эй, воины, отстаньте от меня. Мне сказали, я буду не замечен. Тачку-то мне некому ремонтировать. Жестянщика нет. Толкнуть его хочу с горы. Вон один столкнулся уже, придурочный. И этот туда же поехал. Молодец. Нет, не поехал, гляньте-ка. Гляньте-ка на него. Пути пугало сломать. Если уж на то пошло. Ой, придурок. Там, правда, второй едет. Я все-таки соберу лом по-быстренькому. Давай! Щенок войны написали. Не, ну союзные лагеря добывают по 120 лома, можно по 5 лома уже не собирать. Не мучиться. Не разбиться бы, а то придется пешком ковылять в такую даль. Раз уж я сюда приехал посмотреть, что тут у нас имеется в наличии.
Есть что? Что-то особо ничего нигде не видно. Место поживо, ничего нет. Да. Уж. Ладно. Доставлен. Bask in your glory. Truly, your legend is growing. Так, где-то здесь цистерна была. Нужно построить нефтяной резервуар. Опарышевая ферма. Это не то. О, водохранилище. Тоже не то. Малая крутой лома. Пожертвовать 500 лома или не пожертвовать? И что это даст мне? Просто выбросить 500 лома на ветер? Пока что я не готов. Вот такой поступок отчаянный. Это у нас здесь этот был нефтяной резервуар построить я хотел. Не он. Чистильщики. Одного чистильщика не хватает. Так, ладно. А, ну здесь только этот чистильщик и есть. Тогда в другую сторону побежим. Сейчас. Где-то видел я. Подожди. А, вон она цистерна за этим разведчиком, начальником. О, неужели? Боезапас можно будет восполнять бесплатно. Сейчас только я резервуар построю. Большая услуга брюхорезу. О, отлично. Погнали. So, killer. Little Count Carburetor says you need to bust through the jaw. I'm going to Gastown. Sure you are. Now me, I know a lot about Gastown and the jaw. I trade goods in and out of there all the time. You want something? Say it. Ain't no sweet talking to you, is there? All right. I seen that harpoon device of yours. Not bad. He's a little something extra, though. Sort of a final flourish, let's say. And that's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. The hinges. Your harpoon could be the key, but not with that weak jag tip. You need a piece tougher. Something called the talon. And you have it. I know who does. A nuisance of a noose man named Dimrim. Dimrim could use a little lesson in manners. Dimrim чихпых переводится. So I relieve Dimrim of this talent. By force, I reckon. And you and I square? Yeah. Then we be square.
Крепкий орешек, миссия. Эй, киллер! That Talon! You do well bringing that to Jinx! Yeah, that cocky kid, he knows that kind of stuff. Cash's words. Some bandit called Dimrim has a jag tip for the harpoon, called a Talon. I'm gonna take it from him. Indeed, yes, we need something stronger. Yes, but I doubt anyone will give this Talon up without a fight. I need it, I go get it. What happens, it happens. Найти каноничих пыха. Димрим переводится как чихпых. Блин, ну конвой-то мне тогда в прошлый раз надавали мне по щам. Я сейчас поговорю с чуваком. Где он есть-то? Наверху, что ли, остался? Где он? А, вот он сидит. I read your soul has ill will for these Scrotus minions. You think you only reached their fort from the bridgement, but no. You can also use zip-zap line and sail down there to slay. They need a lesson in losing blood. Грачиное гнездо. Так, грачиное гнездо я пока не поеду, я тут за чихпыхом охочусь, если кто еще не понял. Вот я заехал очень высоко. А нет, не очень высоко. Где есть? А, ну вот я почти приехал. Dimrim's convoy. It's on the move. The guards are in our favor. On it, pal. The magnum opus and prevail. Сейчас будет снайперку использовать. Ну, рули. Hold on.
Ну чё ты рулить-то не стал? А, я и должен рулить. А, вот тут. Нет. Ну садись, поехали. Блин, хотел попробовать залезть к нему в кузов. Не вышло. О, он сам вышел, красавчик. Просто лучше. Молодец. Все, нет. Чих-пых от нас уехал, но мы поедем по маршруту его конвоя. Ну-ка, я сейчас потренируюсь. Почему он не рулит-то, блин? Очень тихо едет. А, ну понятно, он не умеет быстро ездить просто. Ой, зачем я вылез-то? Надо было нажать. Gastown's lifeline is the convoys. They roll with oil and gas to and from the outpost camps. Ага, вон он, конвойчик, пухо светится. Уже близко. Все хорошо, только у меня патронов у меня нет по ним стрелять. Тушит сначала огнетушителем. И теперь крутит гаечным ключом. Я пока сяду, посижу, пока он работает. Надеюсь, грузовик покоцанный уже идет.
forget not the grand Ocho what sits on the hood, an ornament of great power for us. He's coming right at us. Нет, опять фулово идет. Патронов, конечно, понты этот конвой одолевать. Ладно. Сейчас мы сделаем так, починимся. Попробуем со снайперки вот застрелить. Конвой, конвой. А, ну вот он по этому кругу шурует. Может, навстречу ему пойти? На мышку листает. Гарпун. Только патронов-то у меня нету. Ну только вот боевого отряда мне не хватало. Я тут вообще за конвоем охочусь. Сейчас я ему в лоб выйду. Попробую вот таких хлопнуть.